пришла очередная посылка от AliExpress. Такой вот мини-джек, переходник от 6,5 мм до 3,5 мм за 40 рублей. Вот посылка пришла. Сейчас достанем содержимое пакетика. Она совершенно никак не упакована. Вот при вас достаю одной рукой, потому что штатив лень ставить. Тут такой пакетик. Пакетик, да. С маркировочкой. И таким мини-джеком, переходником. Качество у него, видим, что хорошее. Сделан добротно. Думаю, что работать будет также добротно. Так что вот такой переходник, если вам нужен для микрофона, может быть, для наушников, вы можете заказать на Алиэкспрессе за 40 рублей. Пришел он ко мне примерно за... Заказывал я его 21 января. Сегодня у нас 22 февраля. То есть ровно 30 дней, 31 день шло. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот такие штучки можно заказывать довольно дешево. Причем у китайцев на рынке такая штучка стоит 200 рублей. Соответственно, экономия в 5 раз.